Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». С вами Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. В начале апреля столица Татарстана приняла первенство России по фигурному катанию на коньках. Участие приняли более 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. Победители выявили в трех программах – одиночном, парном и танцах на льду. Подробнее с места событий Владислав Сергеев. Плавность «Грация Спорт» – открытие чемпионата России по фигурному катанию. Прибыли на него более сотни одаренных и талантливых фигуристов. Каждый из них в Казани, чтобы продемонстрировать навыки и отстоять право на первенство. В свое слово внесла серебряный призер Олимпийских игр в Пьончхане Евгения Тарасова. Это мой родной город, мой родной каток, где я начинала. Это первая ступень в моей спортивной карьере. Я хочу вам всем пожелать, всем участникам пожелать хороших прокатов, чистых, ни пуха, ни пера, и удачи вам. Радужное открытие, а после него начало состязаний. На льду первая четверка профессионалов. Старшая группа, кандидаты в мастера спорта. Парное катание, короткая программа. Выйти первыми на лед посчастливилось паре из Петербурга. Задали темп соревнованиям, но результатом недовольны. Я оцениваю прокат на четверку, потому что это не наши лучшие баллы, но прокат был хороший. Мы получили хорошие эмоции, так как это наш заключительный прокат в сезоне. И мы постарались вложить все силы вот в этот заключительный прокат. Вслед за ними вышли и следующие конкурсанты. Четкие и слаженные движения. Каждый элемент, как утверждают участники, это не один час работы. Упорные каждодневные тренировки. И как результат – чемпионат России. От пары к паре. И планка растет. Жесткая конкуренция. И она оправдана, так как к концу соревнования останутся только самые достойные, самые тренированные и волевые. Владислав Сергеев, «Неделя спорта». Быстрый и красивый хоккей показали спортсмены из сборной КФУ. 6 и 8 апреля на ледовой арене «Триумф» они встретились с командой «Крылья» из Ульяновска и со сборной КАИ. С каким результатом завершились данные встречи? В репортаже Софьи Чугуновой. Удар, бросок и счет открывает Фархад Минабуддинов. Затем еще несколько успешных атак от федералов, и счет становится 3-0. Однако засушить игру голкиперу КФУ не удастся. Под конец первого периода команда Алексея Ливанова решила сыграть не по правилам и получила двухминутное удаление, которым воспользовались «Крылья». Счет первых 15 минут 3-1. Во втором периоде страсть к удалениям никуда не пропала. 10 минут команды играли в неравных составах, нарушали и «Крылья», и КФУ, однако рекорд по удалению не остался за федералом, так же, как и период, который завершился четвертой шайбой в воротах «Крыльев Совет». Третий период. Сборная Казанского федерального, почувствовав победу, сбавила в защите, нападающие стали играть не в свою игру. «Крылья Советов» не стали упускать такой шанс и, грамотно выстроив линию нападения, бросились в атаку. На ворота федералов полетели бесчисленные удары. Справиться с тремя из них голкиперу КФУ не удалось. Впереди овертайм. Довольно быстрое начало от сборной КФУ, но контратака «Крыльев» расставила все по своим местам. 4-5 победа «Крыльев Совет». Проигрывали 3-1, не верили немного в себя. В перерыве установка тренера помогла перенастроиться на атакующий хоккей. Забили пару голов, и уже игра пошла. То есть это благодаря заслуге тренера? Да, считаю, заслуга тренера. А по сути психологическая поддержка? Да, скорее работа над тимбилдингом. Доставил поверить в себя, заставил немного играть в свой хоккей, более, скажем так, расслабленно, развернуто. Поэтому хоккей изменился на атакующий, поверили в себя. Да, вот эти атакующие по первому этому периоду, не было с ним понятно, вы практически не атаковали, защиты. Бросков было мало, играли в нашей зоне, в их зоне делали только раскаты, ну, казанская команда. Мы играли в своей зоне, оборонялись и не могли начать атаку нормально. Какие ставки у вас? В плане. А, три команды же у вас? Да. А, вот как? Россия. Ну, мне кажется, КФУ должен выиграть КАИ. Мне кажется, они по уровню немного выше. Хотели бы с ними встретиться в Москве, но будем надеяться на лучшее для этой команды. По похожему сценарию развивалась и последняя игра кружного этапа между Казанским федеральным университетом и Казанским авиационным институтом. Ведя в счете 4-1, команда вновь отдала инициативу сопернику и проиграла в овертайме 4-5. Владислав Сергеев, Софья Чугунова, «Неделя спорта».
Мы продолжаем программу «Неделя спорта», и сегодня на студии капитан сборной КФУ по хоккею Илья Харитонов. Илья, здравствуй. Здравствуй. Ты как капитан, расскажи, как бы ты мог проанализировать игру с Ульяновском? Игра с Ульяновском была очень сложной, наверное, это первая наша игра в этом сезоне, когда пришлось попотеть конкретно. Начали мы хорошо игру, повели, у нас был хороший счет. Второй период тоже сыграли неплохо, я думаю. Много бросали, много силовой борьбы было. И, наверное, после второго периода мы, наверное, расслабились, решили, что победа уже в кармане у нас, и как-то сдали эту игру. Одну, вторую пропустили. Команда соперников была на психологическом подъеме. Хорошо начали бросать, закрывать вратаря. Мы пропустили там 2-3 ненужные шайбы, и исход матча решал уже овертайм, в котором они оказались сильнее. А мы готовились к игре с КАИ дальше. Ну, расскажи, как в целом проходила подготовка? Подготовка началась еще летом, у нас были предсезонные сборы на Ельчике. Мы их прошли, думаю, что хорошо, физическую форму свою хорошо подтянули. Потом у нас были тренировки на льду, началась студенческая хоккейная лига. Параллельно со студенческой хоккейной лигой мы играли в первенстве города Казани. Там соперники есть очень сложные, которых мы пока что не можем выиграть, но будем стараться сравняться с ними по уровню игры. Есть и чемпионы России, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Вот. И как-то вот параллельно с играми СХЛ у нас были. Вначале были тренировки, потом, когда льда не стало, мы начали уже играть первенство города Казани, искать всевозможные льды, чтобы покататься, чтобы наиграть какие-то комбинации, провести вместе время. Все равно в команде это очень важно. Вот как-то так. Что повлияло на вашу игру? Я думаю, мы были одним кулаком все равно. Мы собрались в раздевалке, поговорили с ребятами. Тренер дал какие-то напутствия? Да, конечно же. Сан Саныч нам сказал, что надо делать, как надо делать, как надо играть. Что нельзя пускать руки, это хоккей. То есть перед нами был пример нашей игры с Ульяновском. Мы тоже вели 4-1. Ребята просто в третьем периоде забросили 3 шайбы и сравняли счет. Мы как бы собрались все вместе, в единый кулак вышли, сыграли. Вышли вперед даже. Думали, что все, сейчас дожмем, но силенок немножко не хватило в конце. Все-таки второй и третий период нам пришлось играть на максимум. Мы желаем вам только победы. Я напоминаю, что сегодня на студии был капитан сборной КФУ по хоккею Илья Харитонов. Илья, спасибо тебе большое за то, что пришел к нам. Спасибо вам. Ну, мы продолжаем программу «Неделя спорта». Необычный турнир был проведен на площадке КСК КФУ «Уникс» в День здоровья. 11 команд попробовали свои силы в игре «Чизбол». Опыт в шахматах является основополагающим в данном мероприятии. Подробнее о столь необычном турнире в следующем сюжете. Чизбол – совершенно новый, нераскрытый вид спорта. По 8 человек из каждой команды на огромной шахматной платформе. У каждого участника своя линия. Строится этот вид на взаимопонимании, ни единого слова. Человек делает ход, бежит на место, нажимает на кнопку. То же самое делают игроки другой команды. По исходу времени определяется лучший. Хочется, чтобы кто-то подсказал, чтобы вот с кем-то поговорить и поделиться своими решениями, впечатлениями. Чизбол это запрещает, поэтому приходится самому принимать решения. Подобное решение принимали команды Инженерного института и Института фундаментальной медицины и биологии. По их лицам можно было определить, насколько тяжело дается принятие решения. Количество пробежек до фигуры изматывает. В этом вся фишка состязания. Быстрый ход, экономия времени. Не успел по времени, проиграл. Мы играем первый раз, как бы все волнуются, переживают. Это командная игра, все думают по-своему, а как бы все вместе думать, это тяжело. Но соперники были очень напряжены, мы давили агрессивно и тем самым смогли победить. Также в чизбол сыграли студенты других учебных подразделений КФУ. Все они решили опробовать свои силы в игре и проверить ее на уникальность. Игра идет слаженно, они друг друга очень хорошо понимают, видят эту всю шахматную доску и оперируют вот этими знаниями настолько изящно, что действительно вот захватывает дух. Владислав Сергеев, Юлия Целиковская, «Неделя спорта».
Легенды КГУ вновь в строю. 7 апреля состоялась товарищеская встреча по баскетболу в рамках фестиваля «Спортивная весна» между сборной Казанского федерального и командой «Легенды КГУ». Одержал ли победу профессионализм в связке с многолетним опытом над скоростью и ловкостью, узнавала Юлия Целиковская. Отдавать результативные пасы и зарабатывать очки для команды – вот главная задача нападающего в баскетболе. В минувшую субботу традиционно в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся товарищеский матч по баскетболу. Сборная студентов Казанского федерального университета выступила против легенд, выпускников и преподавателей. Слаженные действия обеих команд приковывали внимание на протяжении всех четвертей. Счет был открыт двухочковым броском Максима Кислова, представителя команды «Легенд», но следующие броски оставались за студентами. Последние 30 секунд первой четверти цифры сохранялись. В итоге конечный счет 19-7 в пользу молодых. Матч получился достаточно напряженным, не обошлось и без правонарушений. Только во второй четверти сборная студентов заработала 4 фола. В такой же ситуации оказались их противники, но уже в четвертой четверти. Студенты до последнего не оставляли шанса на победу. По итогам каждой четверти они были явными лидерами матча. За 2 минуты до конца игры команда старших взяла тайм-аут в надежде вырваться вперед. Общий счет 45-59. Победителями товарищеского матча по баскетболу стала сборная команды студентов. Юлия Целиковская, Владислав Сергеев. Неделя спорт. На прошлой неделе стартовало голосование премии «Олимп». Пришло время подводить итоги. Всего проголосовало 1644 человека. И со второй попытки Елизавета Усанова становится лучшим спортсменом месяца. За нее проголосовало 54%. Поздравляем Елизавету и желаем успехов в баскетбольной сборной Казанского федерального университета. Ну и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания.